Ариару, народ, микрофон в руке. Мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Римбо. А пельмень настолько нечего занять, что он пошел долбить, да? Ну ладно, пускай. Но я предлагаю все-таки начать ему чем-то заниматься. И вот это вот все нужно будет разрешить к постройке. Думаю, у нас пельмень мальчик смышленый и пойдет разберется и построит все. Мало пищи? Мало. Мало. Я ничего с этим поделать не могу. Вот совершенно ничего сделать. А что, типа здоровье? Тебе по-нужному? По энергии у тебя практически ничего не убивает. То есть ты где-то энергию берешь все-таки. Ладно, пускай. Я буду следить за тобой. И где... Давай последим за ним и где он берет энергию. Мы изучили батареи для дроидов. Теперь нужно изучить боевых дроидов. Наконец у нас появилась нормальная еда. Аллилуйя. Я продолжаю следить за дроидом. Это, кстати, очень... Типа прикольно, он просто берет и переносит все вещи, и ему сон практически не нужен. То есть у него сейчас область сна, и то есть дроид лучше человека в том плане, что он может переносить вещи и забивать себя вообще на все. Охренеть, сколько мяса! Давайте живее, 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 живее! Успеем, не успеем? Где эти животные? Вот эти животные! А их слишком много. Так, это плохо, 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 плохо. Джордан, вставай, закрывай. Типа держать открытый, закрывай эту функцию. Так, ладно, плохо, я тебя понял. Вот эти двери закрывай, и тебе выходить нельзя отсюда. Куда вы пойдете сейчас? Муфаля отбить? Теперь иди сюда. Сюда, сюда, сюда. Атакуйте. А, замечательно. Сюда, сюда, перестройтесь. Атакуйте. Спиди, спасай. Да, ты можешь войти. Все, разошлись. Так, разрешаем, разрешаем. Ксионер, иди занимайся. Так, разрешаем теперь все двери. Да, это было напряженно. Но зато у нас только мясо сейчас есть. Боже, боже, боже. Муфала, одна осталась муфала у нас. Да. У нас остался один муфало и два самца, короче, муфало. Ну, их заряжаем. Да, это плохо. Но зато у нас индюшки остались. Кстати, их стало больше. И чуть не забыл, тут нужно будет сделать из мрамора, потому что у нас мрамора много, вот такое вот покрытие. Думаю, у нас пельмешка с этим справится. Мало пищи? Вы серьезно? Сейчас у нас дохрена пищи будет. Алло. Найти бы муфало и прибавить бы их все к поселению. Было бы вообще шикарно. Мы никого пока спасать не будем, по сути у нас в людях отпала надобность, потому что у нас есть дроиды, и дроиды лучше. Сейчас посмотрим по нуждаму. Пока я не вижу такого, чтобы у него энергия, так смотрим, запоминаем, у него 70%. Так, вопрос, почему ты вы готовите сначала простые блюда, JS? Разделаю, пожалуйста, вы зачем готовите простые блюда, если у вас есть ингредиенты на вкусные? Я не понимаю это, серьезно. Грузовые контейнеры, давно их не было, давно, давно, давно. И тут у нас дымолист, класс. Пока не брать. В принципе, не брать, зачем он нам? У нас нету места для хранения золота, в смысле. У нас сейчас столько ресурсов, что просто... Уху! Это очень классно. Давайте также прикажем... Покрытие сделать, скажем, из темного ковра вот здесь вот. Даже вот здесь вот и вот здесь вот. Ага, еще и темный ковер вот здесь надо будет сделать. Если для того, чтобы у клонистов, находящих здесь, вот, в частности у поваров, было бы лучше настроение. Я смотрю вот сейчас, и почему вот до сих пор никто не занимается садоводством. Перепел сидит спокойно и изучает, ей никто не мешает. А вот Спиди и босс пошли заниматься этим. Это замечательно. Так, а дроид чем занят сейчас?
Смотрим по этому. У него энергии 70% вообще ниже не падает. Как это работает? То есть я понимаю, он где-то подзаряжается, потому что я смотрю, у него сейчас 69, 68, окей. То есть ниже этих процентов я не видел. Либо у него растет, точнее падает, пока я не смотрю, но я сомневаюсь на это. Я все же думаю, то, что он где-то подзаряжается. Даже думаю, что в скором времени нам придется заменить GS, потому что... Да-да, алкоголичка спилась. Или построим ее смерть как-нибудь, или сделаем... В общем, нужно будет ее уничтожить. Я не хочу, не желаю ей, конечно, зла, но все же... Это было звучало очень жестко, ладно, согласен. В общем, нужно будет, чтобы она у нас ушла из поселения. Да, потому что она ярая алкоголичка. Она хоть и производит пиво, но мне кажется, роботом ее будет заменить наиболее эффективным. Эффективнее будет смотреться. Джордан нам в любом случае нужна, потому что она хороший торговец. Окей, согласен. Босс тоже, потому что он лекарь хороший. Ксионер, пират. Его тоже можно будет заменить на воина, потому что он... Просто переносчик. Окей, согласен. Вы пришли сюда торговать без переговорщика, да? Я правильно все понимаю? Ой, какие молодцы вы. Потому что ксионер, он, по сути, занимается только ремеслом, но ремеслом у нас пиола занимается, поэтому ксионер тоже как бы особо бесполезен. Пельмень, я тебе так скажу, тут надо будет тоже дверь сделать. Потому что я смотрю, нужно будет... Блять, бздать. Бзз, это плохо. Но хотя, пират... Ксионер, он очень хороший ремесленник, ладно, его оставим. Так, теперь мы вот этот, во-первых, запрещаем, а во-вторых, разбираем. Пельмень, разбери вот эту штуку. Я хоть убей, не понимаю, почему вы решили здесь ходить. А Джесс, тем временем, думаю, надо изначаться из поселения. Мы ее спасли, воспитали. И тем более... Хотя я сам виноват в том, что она такая вот стала. Но тем не менее... По сути, она все, что делает, она бухает. И думаю, это нам делать в колонии явно не надо. Жара аномальная, да, я понимаю. А теперь мы изучили боевых дронов. Давайте мы дальше пойдем изучать сверхвысокое производство. Думаю, хуже от этого явно не будет. И сейчас дроид, который у нас сейчас изучается, он, во-первых, сможет стрелять, что будет замечательно, а во-вторых, он сможет заниматься готовкой. Так, посмотрим на нашего дроида. Так, у него по нужному. На нужному все ниже и ниже, ладно. Энергия 53%. 50. И повышается резко. Что? Ты где такой? Как только резко у него понижается... У него вроде из вещей-то нет ничего такого. Он просто, короче, без... Это то ли баг в игре. Теперь у нас есть дрон. Еще один. Который будет заниматься всем то же самое. Ты просто повар. Просто максимальный повар. Да, ты оделся замечательно. И, пожалуйста, возьми оружие. Все, умница. Просто умница. Гул мужского пола, класс. Перебыл. А почему ты... Я смотрю, тут лежал нож, который никому не нужен был. Где, кстати, он? Только что тут лежал. И... А, вот он. Возьми, почему у тебя не было оружия, и надень вот эту шапочку. Гигантский ленивец. Переноска. Пускай будет. Пускай ленивец гигантский будет. И этого, кстати, тоже надо будет приручить. Точнее, у нас, если у нас получится изучать сейчас гигантских ленивцев, то есть их разводить, и это будет лучше, чем муфла. Потому что, не знаю, просто они выглядят опаснее и более, мне кажется, они грознее враг. То есть, если я понимаю, у нас рабочие дроиды изучены. То есть, мы можем сделать боевого дроида. Но я, прежде чем хочу скрафтить, я хочу посмотреть его по персоне. А, он кроме как стрелять ничего не умеет. Ладно, он бесполезный. Стоп, крафтинг. А машины дроид, окей, у него ремесло развито. Ремесло четверочка. Ладно. Ладно, пускай так будет. Еды у нас теперь навалом. И ее и будет еще больше, потому что у нас раз поле, два поля, три поля. Четыре поля у нас целых. Ну вот это вот даже поле можно будет сейчас удалить, потому что нам нафиг не нужно. Точнее, не так сделаем. Расширяем область вот таким вот образом. Уменьшаем ее вот здесь вот. Сделаем здесь растение клубнику и запрещаем сеять. Да, меня все устраивает. Да, эта зима была очень жесткой, но сейчас все нормально. Даже думайте, знаешь, что я сделаю? Я вот сделаю, построю здесь копию. Точнее, вот здесь вот. А вот здесь вот сделаю, расширю область.
скопирую здесь настройки, установлю здесь настройки, представлю здесь обычный приоритет. Тут он же у нас повышенный, да. У нас здесь высокий приоритет. И вот это все разберу. Это будет у нас доп-склад для ягод, потому что ягод, думаю, будет много. Потому что с таких ферм.